Всем привет, и сегодня мы будем ловить раков на вот такую вот китайскую раколовку. В качестве приманки я использовал хлеб с чесноком. Закидывать буду примерно 2-3 метра от берега, и ну и глубина там примерно по пояс, может быть даже меньше. Вот. Если кто следит за моим каналом, сразу можете узнать, прислали мне на обзор где-то полгода назад, ну примерно я снимал этот ролик в начале мая. Ну вот за полгода она вот в таком вот состоянии. Сразу говорю, где-то по 5-бальной шкале качество ее, ну, примерно на единицу. Сгнила она полностью. Ну, в этом, конечно, виноват я сам, потому что она у меня стояла, ну, где-то месяца два, наверное, в воде. Я просто приходил, проверял, забирал раков рыбу и все. И вот за это время она у меня сгнила. Так что, если у кого-то она и есть, или кто-то будет ее покупать, такую раколовку, то желательно после каждой рыбалки ее сушить и не оставлять на долгое время ее в воде, потому что у вас ее надолго не хватит. Ну а так в целом раколовка своих денег стоит. Я не помню, по-моему, она стоила ну, где-то от 8 до 10 долларов, когда мне ее прислали на обзор. На рынке она у нас стоит, ну, я не знаю, по-моему, 400 рублей. Ну, короче говоря, разница небольшая, так что смысла покупать в интернет-магазинах такие раколовки я не вижу. Ну, разве что сэкономите там пару долларов. Размеры ее 80 на 80. Тогда, когда мне ее прислали, были еще вообще были 100 на 100, но в наличии не было. Пришлось взять вот такую маленькую. Ну, а так, в целом, я вам советую брать маленькие раколовки. Не надо брать большие. Лучше возьмите несколько маленьких, закиньте их там в разных точках, в двух-трех местах, нежели одну большую. Больше раков не споймаете от величины раколовки. Ну, так, в принципе, все. Если кто не подписан на канал, подписывайтесь. Зимой на нее также попробую половить. Там, где течение, попробуем, будет она работать или не будет раколовка. Ну, в принципе, рассказал все. Дальше смотрите нарезку моих уловов за пару дней. Вот, кстати, сегодня наловил, не знаю, тут около 10 штук. Ну все, смотрите дальше мои ловы. Всем приятного просмотра. На, Юра.